Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. С кировчанами заключено уже более 2900 соцконтрактов, более 500 из них на поиск работы. Напомню, что общий период ежемесячных выплат по соцконтракту, заключенному в целях поиска работы, 4 месяца, 1 месяц до трудоустройства и 3 месяца с момента трудоустройства. Ежемесячная сумма выплат в нашем регионе 13 945 рублей. В целом соцконтракт может заключаться по 4 направлениям. Кроме поиска работы, это осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации. Действует программа с 2021 года. Экономика. В Кировской области растет оборот розничной торговли. В первые 8 месяцев этого года он составил 181,5 миллиард рублей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Кировстат. Наибольший объем в общем обороте составили непродовольственные товары. Более 92 миллиардов рублей. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. Оборот пищевых продуктов и табачных изделий 89,5 миллиардов. Предприятия общественного питания реализовали продукцию и товары почти на 11 миллиардов. Это на 13% больше, чем в таком же периоде прошлого года. В эфире «Экономика». Директора и главного бухгалтера госпредприятия в Кировской области обвиняют в растрате. Выявили нарушения сотрудники УФСБ. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, директор и главный бухгалтер одного из государственных унитарных предприятий региона, находясь в преступном сговоре, присвоили деньги учреждения в крупном размере. Сделали это путем изготовления эффективных платежных поручений. Сейчас расследование дела продолжается. Отмечу, что максимальное наказание за такое преступление – 6 лет заключения. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».